что они с какой целью сделали. Главное, мы знаем, время нам ограничено на земле. Дальше. Себе мы не принадлежим. Тело наше является храмом Бога. Дух Святой живет в нас. Приди, вселися в ны, очисти ны. Это тоже мы знаем. И поэтому к играм нужно подходить с большим рассмотрением. Если эта игра запятана неприличием каким-то, конечно, игра эта исчезает. Иоанн Златоуст категорически против игр актеров. И это настолько против, что когда ставится кандидатура на принятие в священство, то определенное правило существует. В первую очередь, он сам не должен быть замешан в смертном грехе. Если после крещения он совершил грех, то в священники он не пойдет. Ну, в блуд впал, допустим. Теперь он должен жениться только на девушке. Не на женщине. Не на развитии.